Чей торт слаще? Это выяснят члены жюри конкурса лучших молодых кондитеров страны. Соревнования по стандартам World Skills проходят в Сургуте. Всего 37 начинающих мастеров из разных регионов страны показали на нем свои таланты. Они уже стали лучшими, каждый на своей территории. Каждому участнику давали рабочее место и 2 дня. Необходимо было представить на суд жюри конфеты, скульптуру из шоколада, фигурки из марципана, десерты, остроме, муссовый торт на сахарном постаменте с карамелью. Леденцы, кстати, комиссия на вкус не пробует, только само лакомство с зеркальной глазурью. Саму идею украшения и рецепт, если задание не диктует строгих рамок, участники продумывают заранее. В этом году тема соревнования – искусство. В своих работах конкурсанты постарались конвертировать музыку, кино, театр и живопись в кулинарное творчество. Назвать свое имя лучшего молодого кондитера страны обещают через неделю. В свете последних событий, то есть мы надеемся, что компетенции будет развиваться. Соперничество, как бы естественно, ты хочешь стать лучше другого человека, и за счет этого ты нарабатываешь навык, набиваешь руку в чем-то там, или ездишь на какие-то мастер-классы и так далее, чтобы повысить квалификацию и стать более, более грамотным в своем деле.